Привет, друзья. Привет, привет. Как у вас дела? Я стою в пробке уже час. Перекрыли весь центр. Идет подготовка к параду. Схожу с ума уже в машине. Дела нормально. Как у вас? Про семена чиа. Это хороший десерт для тех, кто боится потолстеть. Очень полезный. В общем, я завариваю их с вечера и утром завтракаю. Дашуслик, привет. Еду на съемку. Уже с утра сходила на кардио, вчера была на силовой. Поэтому сегодня такой день какой-то сумбурный. Еще этот дождь. Я вот еду в пробке. Вот здесь. Сегодня у меня смешано два тона. Tom Ford и Make Up For Ever. Движется, Лёх. Там я вообще стояла. Очень стыдно. Абхазия, привет. У меня зеленый цвет глаз. Я не грустная, я задолбалась просто уже ехать. Простите за мой французский. Как классно накрасить реснички в бок. Просто акцент делать на кончике. Не знаю, я как-то приноровилась. Спасибо. А что, это съемка? Я в Москве. Мне что-то в глаз попало. А, вообще не так. Что ответить? Сохраню эфир, хотя тут ничего нет такого непознавательного, неинтересного. Дашуля, привет. Моя звездулька. Привет, Омск, не курю. Погода в Москве очень переменчивая. Например, сегодня уже два раза был ливень. Как-то мне удается не попадать. Но я с дождевиком, поэтому все нормально, мне не страшен дождь. Эй, давай смузи и наушники. Привет, Париж. Ой, кстати, Париж. Я скоро лечу в Париж. Это была моя мечта. И ищу фотографа в Париже. Поэтому, если кто-нибудь увидит, вдруг будет нетрудно, поскидывайте, пожалуйста, классных фотографов в Париже с открытыми страничками. Спасибо, но у меня на вечер другие планы. Смузи, Дашка, не смеши меня, мне смешно. Как называли меня в детстве, да по-разному.
ласкательными словами, скорее всего, от имени моего. Мама с папой и бабушкой прослезились, я тоже плакала, если честно. Спасибо. Землячка, привет. Викуся, привет. На Урале я видела, что выпал снег. Сколько парней было в жизни? Вы думаете, я отвечу на этот вопрос? Мой рост 175, а вес не знаю. Скорее всего, не такой, какой бы хотелось, но я занимаюсь спортом, и мышцы растут, поэтому вес, наверное, у меня не меняется. Но уменьшаюсь в объемах. Сегодня я выставлю одно видео, где показано, как я крашусь. А так очень хочу на YouTube-канале, который у меня будет, сделать видео своего мейка. Еще, кстати, скоро у меня выходит моя коробочка, которая уже была прошлым летом. И там будет полноценное видео, как я пользуюсь всеми продуктами, которые я люблю. Почему я не отвечаю в директ? Потому что я физически не могу все читать. Вот. Поэтому не могу отвечать всем. Лера, привет. Самара, привет. Ребят, это просто абсурд какой-то. Мне кажется, я пешком быстрее подошла до места, до которого мне нужно. В Казани я не была. Ириша, привет. Чувствую себя нормально. Сегодня только голова болит, наверное, из-за погоды. Хотя я не думала, что я в том возрасте, когда я буду реагировать на погоду. Спасибо за смайлики, Сибит. Ну, хоть кому-то понравились мои ресницы, а то вечно у меня. Что по еде? Что кушаешь? Сегодня я сварила себе гречневую кашу, и перед тем, как выйти, я быстренько сделала себе салат легкий. Спрашивайте что-нибудь другое, помимо сигарет, ну это же... Ладно. Как получить коробочку? Коробочку можно будет получить на pudra.ru. И я разыграю ее среди подписчиков. Просто чуваки были, говорят, можно я не буду это комментировать? В Питер я... Вот я недавно была в Питере. Ну, спасибо. В Ютубе я скажу, как найти меня, как только сделаю канал. Как будет готово мое видео первое. Какой цвет волос у меня, я не знаю, вот такой. Магадан, привет. В детстве я отдыхала в детском лагере в Лоо под названием Магадан. Лерчик, привет. Еще раз. С кем общаешься из девочек? В смысле, как, кто у меня подружки? Тушь от Vivienne Сабо у меня самая простая, она стоит очень дешево. Но она мне очень нравится уже много лет. В Москве нравится. Ну, я бы с удовольствием куда-нибудь уехала. Хотя бы на 4 дня. Тоже голова сегодня болит. Еще одна бабуля. Спасибо большое. Как ты попала в аварию? На самом деле мы ехали за блендером и за наушниками в МВидео. И ехали по своей полосе. И мужчина поворачивал не со своего ряда, и мы на скорости в него врезались. Ну, точнее, он был виноват, но мы очень перепугались. Я
поэтому все обошлось. Ой, неужели мы едем? Круто. Лёш, если ты меня смотришь, я уже, значит, сейчас буду. Владивосток, привет. Ирин, смеюсь над комментарием. Правда, да, ну там преувеличено, правда, но правда попала в аварию. Почему я заикаюсь? Потому что меня напугала собака. Друзья, да, мне кажется, это так бесячий, когда так все сторисы. Привет, друзья, привет, ребят. И замечаю потом в конце дня. Блин, сколько раз я это сказала. Что было дальше? Мне уже страшно, когда кто-то едет типа, и поворачивает рядом со мной. Я тоже люблю и скучаю. В общем, я уже подъезжаю.